доступного. Спасибо большое. Да, я бы хотела теперь перейти к ПАБАМ, к самому важному моменту нашей выставки, к объявлению самых наших главных призеров и победителей двух номинаций. У нас еще есть. У нас еще есть почетные упоминания. Да, ну они туда же входят. Мы прям по блокам их разделим. Да, у нас в этом году судят два прекрасных судьи. Это Витковский Алексей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, член Союза художников России, заведующий кафедрой рисунка МГУ, автор программ по рисунку и композиции, имеет более 30 публикаций статей по проблемам творчества в учебном рисунке. И, кроме того, скоро у нас будет 6 числа, да, лекция, да, лекция и демо-класс. Уникальнейшая лекция авторская Алексея Николаевича и продолжение этой лекции демо. Так что смотрите наш YouTube-канал. 6 числа, да, обязательно. Да, я сейчас объявлю победителей, и тогда Алексей Николаевич расскажет о том... После объявления победителей, да, дадим слово Алексею Николаевичу. Да, о своем выборе. Итак, начнем с почетных упоминаний. Первая работа, которая получила почетное упоминание в блоке 1, «Аурика умер на побережье». Великолепная работа, и поздравляем Аурику с этим дебютом. У нас это, по-моему, художник этот участвует первый раз. Великолепная работа, поздравляем с почетным призом. Так, следующее почетное упоминание — это Георгий... Да, это Георгий Фири, «Чайки в тени пруда». Угу. И поздравляем Георгия, я не знаю, с призовым местом первым, наверное, в нашем сообществе, не помню точно, но поздравляем, это наверняка долгожданный приз и долгожданная отметка, которую сегодня он получил. Так, следующее. Это были почетные упоминания. Почетные упоминания выставки. И теперь мы переходим, собственно, так, к призовым местам. Начинаем с третьего места. Итак, третье место. Третье место получает Светлана Сухачева с работой «Паралия». Поздравляем Светлану, ждем ее новых работ и очень надеемся, что вы сейчас уже открыли бокалы шампанского. Так, второе место. Второе место, серебро в первом блоке у нас получает. Итак, занимает Евгения Волкова «Пустующий улей». Неожиданная работа, и, по-моему, не знаю, тоже первый раз, по-моему, приз у этого человека. Поздравляем от всей души Евгению Волкову. Спасибо за участие, за поддержку. И золото. И золото. Золото, прекрасное золото уходит Наталье Монар. «Вечер солнечного дня». Спасибо огромное, великолепная работа. Любим этого автора и уже не раз видим его работы на наших выставках. Поздравляем, Наташ. Да, Наталья Монар — один из немногих участников, которые с нами с первой выставки, и она участвовала во всех наших 5 выставках сообщества. И мне очень хочется пригласить сейчас Алексея Николаевича к нам, чтобы он нам рассказал немного о своем выборе, о работах, так как он присутствует здесь. И это редкий случай — услышать мнение судьи сразу. Всем добрый вечер. Я буду очень краток, потому что разные такие моменты есть. Ну, вы уже слышали, да, вот первую премию. Я просто помню эту работу по другому конкурсу, и когда увидел, я говорю, я уже эту работу видел. И она в тот раз меня впечатлила, ну и сейчас уже как бы окончательный, да, вот выбор уже состоялся. Да, это вот как уже было вот озвучено, это вот у нас Наталья Монар. Вот. Это... Я не буду сейчас говорить о каких-то там колористических, композиционных особенностях. Ну, на самом деле, очень-очень хорошая работа. Второй вот выбор, да, вот он такой необычный у меня, вот этот «Пустующий улей», который Евгения Волкова. Вот, но она чем интересна, да, вот там раскрыта очень тема. Вот, то есть вот осень. Вот уже такая практически сухая, серебряная практически трава, да, вот эти вот голые деревья. Ну, то есть вот эта вот пустота и плюс вот этот вот улей, который,
Ну, стоит там, где надо, так вот композиционно. Но он настолько вот яркий среди всего, да, но тем не менее он пустующий, и он до конца эту тему вот этой вот осени и вот этой пустоты раскрывает. Вот эта работа, она очень впечатлила. То есть она не броская, но, тем не менее ее надо разглядывать. И вот эта вот красота, она приходит постепенно с рассмотрением этой работы. Третья работа, которую я вот отметил, это Светлана Сухачева «Парали». Это морской пейзаж. Вот, мне вот просто понравилось сходу, что в центральной части вот за счет передних камней, которые вначале дают обратную перспективу, потом перцептивно идет перспектива и замыкается там. Ну, он немного там такой темноватый камень, но тем не менее он создает некий такой эллипс для восприятия. Она работа настолько сложная по исполнению, там очень много многоцветная, она небольшая, но многоцветная очень. И там на нюансах все сделано. И вот она именно пастельная. Вот если ее в какой-то интерьер поместить, вот вроде бы вот море, такая стихия, да, вот так, ну, такая мощная. Но эта работа выполнена так и в такой технике вот пастели, да, вот, что она будет смотреться очень по-домашнему. И в то же время и говорить о просторе, и говорить о свежем воздухе, и о каком-то, ну, вот, о каком-то мечтании. Вот я бы так и вот сказал. Поэтому я ее выделил. Ну, тут было уже сказано о таких вот мнениях отдельных, и я вот забыл как-то слово, поощрительное, да? Почетный приз, да. Вот. Я вот сразу же был покорен вот этой работой, которая «Чайки в тени пруда», да? Вот. То есть это очень редкий случай, на мой взгляд, когда пастель дана полную силу, то есть она настолько насыщенная, настолько яркая, да, что вот было очень интересно ее рассматривать. И вроде бы там и чайки-то, вот, с одной стороны, где-то и на чаек даже чуть-чуть не похожи, но тем не менее, когда вот смотришь, там есть вот эта вот жизнь, что вот плывет вот эта вот парочка, да, вот, какая-то там освещенная там дальняя уже часть самого пространства картины. Очень такая вот она яркая, насыщенная. И некоторые критики сказали, что она такая салонная, вот. На мой взгляд, ничего подобного. Вот наоборот, вот в этой вот яркости показана, да, именно вот яркость жизни, вот, яркость вот этого мгновения, яркость прохождения какого-то пути, как вот эти вот чайки плывут в этом пруду и проходят этот путь. Вот поэтому я бы выделил. Но главный критерий был, конечно, вот этот пастель в полную мощь. Вот. И практически созвучно вот такой же насыщенности, да, вот такой же яркости, это как раз работа... Георгия Фири. Это я сказал? А про чайки, да. Про чайки, да. Аурика Унер. Еще Аурика Унер. Да, вот, которая, она сразу же мне понравилась. На побережье. Да, на побережье называется Аурика, да, Унер. Вот, и у меня даже была дилемма. Вот присмотрелся, и, конечно, оригинальный ход, да, вот оставить бумагу, там раз-раз-раз, вот кое-где так вот расставить камешки, вот здорово. Но она, ну, красивая работа, да, вот, она сдержанная вся тоже на нюансах. Потом вот эти горизонтальные полосы, которые говорят вообще, ну, о большом пространстве, в принципе, и земли, и моря, когда они вот соединяются, а тут плюс еще и небо. И все в едином таком колорите, в едином стиле. Великолепная работа. Но вот чувствуется, что все-таки я не случайно первое место другому человеку отдал. Вот, что вот этот автор, да, вот Аурика, она пойдет дальше. Да, вот, но вот такие вот необычные трактовки, вот, минимальное использование материала как пастель и показ, вот выбор, так сказать, подкладки, да, самой бумаги, это было очень здорово. Я вот это вот и отметил вот в этой работе. Ну и еще вот так же, как вот к чайкам, по яркости и насыщенности, хотел вот еще одну работу, но это уже вот дополнение, это вот этот последний лучик, да, вот эта вот яркость. Она тоже такая маленькая работка, вот, сейчас я скажу. Халбаева. Вот, это, да, Ирина Халбаева. Ага.
вот последний лучик, вот небольшая. И вот тоже вот насыщенная, яркая пастель. Такие вот работы, они всегда мне вот тоже вот нравились. И тут автору приходится очень серьезно поработать, чтобы вот определить степень, да, вот насыщенности и массы вот этого пятна. Ну, вот кратенько у меня все. И вообще всех участников благодарю. Работа великолепная. Организаторы, большой вам поклон. Вот так вообще, вот молодцы. Вот просто молодцы. Большое вам спасибо. 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 Спасибо за такие теплые слова.